будет работать. Как удачно вышло. У меня в грозу интернет мобильный плохо работает. А тут как раз картинка в 480 рублей не меняется. Да, PS, выпусти уже гачи из диджея. Гачи из диджея выпустить? Ну, попозже немного, попозже. Так, чё мы, с чего начинаем? Чё мы там хотели? С Варлока мы уже начинали, не особо заходит. Давайте Ханта выпустим. Ханта попробуем. Одним и тем же играть не будем, просто потестим. Что-то посмотрим. Так, разминочный раунд. Заявку нет, не надо нигде. Я же только что объяснил, как можно получить себе эту игру. Тебе нужен просто Battle Pass в Доте. Тебя Габен разводит на бабки. Тебе надо купить Battle Pass. Не в кастомке, а в Доте, по-моему. И тогда тебе будет доступна игра Dota Underlords. Так, накидка. Вот эту возьму штуку. Это как старая... Это как... это... как она называется? Пожилая корона, короче, вот. Не, ну может Тини взять, конечно. Давайте Бесса возьмем. А, Бесс же убийца. Точно, Бесс же убийца. Я же на убийца хотел. Если получится, конечно, если не получится. То там уж как пойдет. Ебать, вы посмотрите, что он творит. Блин, Бесс мне нравится, слушайте, Бесс мне реально нравится. Бешеный какой-то, просто бешеный. Корону пока давать никому не будем. Что там, давайте посмотрим на других. Так, плюс 5 брони. Чернокнижники. Пойми что-то. Давайте блинк. Ой, случайно купил. В принципе, 2 акса возьму. Еще одна голда есть. Огр? Давно огров не было. Выгуляем своего огра. Ну и огру, конечно. Блин, к огру, конечно. А что с чатом случилось? Чат, вы сломались или нет? У меня что-то чат остыл. Ноль сообщений. У меня, походу, чат сломался. Бля, очень жаль, там советы. Меня советуют постоянно в чате что-то. Чат, починитесь, пожалуйста. Я же не справлюсь без вас. Сейчас я попробую обновить. Чат сломался. Так. Что у нас тут интересно? Неприличное богатство. Давайте хпшку возьмем. Опа! 2 БС еще. Нормально, нормально. И фантомка. Фантомка. Ладно, огор. Такое дело. Так, со 3 из 3. Такое дело, огор. Без обид, если что. Если что, без обид. Мы в убийц идем. Фантомку дали. Идем в убийц. Так, БС наваливает там. Ему надо добить, добить. Ооо, как же. Блин, БС это мой любимый герой, походу, в этой катке. Посмотрите, что он вообще делает. Это жестко. Это реально жестко. Давайте огра все-таки обратно возьмем наш. Наш, я не знаю, лагерь. Что у нас, я не знаю. Пенек есть, но пенька что-то не очень хочется. Энд-защитник. О, чат заработал. Чат, здорово, здорово, чат. Где были? Че, 2 БС-ов? 2 БС-а, ребят. 2 БС-а.
Два БС... А, стоп, квапа же, квапа, точно. Блять, квапа же тоже... Блин, тут нету... Тут непонятно вообще, кто, блять, там... Ассасин, кто не ассасин. О, а мне пришел БС вражеский. Бля, на него разъебал. Жестко, жестко, поражение. На 3 урону. Все, 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 чат, спокойно, 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 я взял. Ассасины на месте. Так, это тебе. Это тебе. Трен тоже убийцей будет? Похуй. Похуй убийца, правильно? Ну, это не особо мне надо. Давайте тени возьмем. Вообще, могу я заинкамить? Не, не особо могу. Дропка точно не нужна. Огр, я думаю, тоже. Вот так вот тут будет. Успели, успели. Конечно, корону отдал квапе, но хрен с ней, хрен с ней. Просто это старая корона. И надо, чтобы квапу били, и тогда будет заряжаться мана. Вот в чем суть. Так, это я, да, выигрываю, правильно? Не, ну я ёбер нереальный. Скорее всего, сейчас стрекан набьемся. Надо, конечно, еще подпривыкнуть к управлению. Урон 1500. Тут причем не ДПС показывает, а урон. Прикольно. Помните? Опа! А кто это у нас тут такой? А это Шисларк у нас. Так, а причем... Убийц надо 6, правильно? 6 и 9. Ага. 6 и 9. То есть мне нужно... У меня сейчас 5 убийц. У меня сейчас 5 убийц. Не, ну тренд, конечно, дикий. СФ не дал. Тут, кстати, волшебник собирается. Ну дайте еще одну убийцу. Я левел запаю даже. Три человека выиграло, один... А вот у этого чего, почему... А, все, галочка стоит. То есть крестики это тот, кто проебал, а галочки это тот, кто выиграл. Так, плюс блинк. Плюс блинк. Можно этих продать. Ну, блин. Конечно, Акс. Кому еще-то? Все, заинкамили. Заинкамили. Dead Inside. Одна победа, ноль поражений у него. Это тоже, кстати, прикольно, то, что пишут стату еще. Прикольно, прикольно. А где моя стата написана вообще? Где мне ее посмотреть? Победа против Dead Inside. Норм, норм. Нормас. Задушили. Дум есть, кстати. Но у меня есть демон уже. У меня есть уже демон. В принципе, можно пока убрать демона одного. Можно пока так сделать. Дум нормальный парень. Пуджа взять. Ну что-то левел не хочу. Не хочу тратить инкам. И так мало голды. Таблица урона. Кружочки. Это скорее всего другие... А, стоп. Я думал это у других людей. Но вообще там мало кружочков. Ну да. Здесь лечение. Урон в секунду есть. Полученный урон. Прикольно. Прикольно. Что-то меня выебали. 4-0. Убийство. Бля, пиздато. Найс. Че, 3 вара поставить пока? 3 вара, 3 убийцы. А они убийцы называются здесь или как?
Бля, надо музыку в игре отключить, мне кажется. Сейчас, давайте я музыку вырублю в игре. Мобы. Блин, это я левел на мобов, да, запал? Красава, красава. Ебать, а что он делает скрипом этот БС? А, не, стоп, это с БСом наоборот было. Не привык еще. БХ разве не убийца? МС, а почему тут БХ? Так, надо выбрать, значит. Серию побед сохраняет. БМ есть. Давайте БМ возьмем. Возьмем БМ. Бля, ну в это вакса уже не засунуть. Типа, ну можно, значит, дума засунуть. Я еще... В квапе этом лежит. Шестой убийца не приходит. Нужен шестой убийца. Кстати, на убийцах мы, походу, далеко не уйдем, потому что они здесь слабенькие. Что-то мне так подсказывает. Потому что их надо 9. Но если 9 соберем, то нормально будет. Но если 6 убийц, то слабо будет, скорее всего. Итак, 6 убийц. У меня не 6 убийц. У меня на столе стоит БС. И на скамейке 2 еще. На столе 3. Раз, два, три, четыре, пять. Пуч убийца или нет? Пуч не убийца. ТБ? Где ТБ? ТБ нету. Баджик, 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 баджик. Берем баджика. Да я смотрел уже, сколько там, где это. Вон. Просто... Ну, короче. Шанс маленький. Шанс 10%. В доте, по-моему, если мне память не изменяет, там 15%. Что гораздо больше. На первом левеле. Пошел. Не, ну кого-то душу, кого-то душу. Вообще на первом месте по хп, но... Ну такое, если честно. Не чувствую сил своего стола. У нас больше 20, 15 на первом. А там 10 на первом. 15. Больше 10. Получается, правильно? Правильно. Блин, не хотелось бы убирать всех. Ну, то есть я... Хотя, чё? Успел я же? Да, успел. Всё, 6 убийц. ЗНКами либо. ТБ, кстати. Душите, ассасины, душите. Они первые, правда, все. Они нужны вторые хотя бы. Сларк, да, Сларк ворвался. В эту кастомку. Мне бы в левел, конечно, еще. И подапать бы этих убийц. Так, Морфлинг это убийца, да? Надо привыкнуть к этой картинке убийц. Лучше ли морф БХ? Вот в обычной доте они примерно... БХ, наверное, даже получше в какой-то мере. Так, этот... Число убийц. Убийств. Вот стрик. Нормально, БС жарит. Квопы 9. Тут БХ 17 убивал. Не, ну душка нормальная вроде идет.
Не хватило, да, меня? Или хватило? Да, там бы хай еще. БХ еще поддушил. БМ отдай. Да БМ пока некому. Ну БС может. Нет, БС уже есть и там. БМ пока некому. Гоу немного поищем. Сларк. Сларк 3 стоит, дороговато. Так, какая волна? 15-я. Ой, бля, я не задефаю, кстати. Да, эту игру надо отдельно качать. Пока так пусть будем, как будет, короче. Похуй, проебем немного хп. Так, волки. О, одного я дефнул, кстати. Еще может кого-то. Еще второго. Правда, я не уверен, что за это вообще что-то дают. Бля, боец не успел отхилиться. Если ты не всех мобов убиваешь, мне кажется, вообще могут ничего не дать. Могут вообще ничего не дать. Сейчас заодно и проверим. Походу да, походу мне нихуя не дали. Две секунды. Не, что-то дали. А, мне просто выбора дают меньше, да? Мне устраивает скади, чё? Сларк со скади. Как боти. Так, тоже убийца. Немного надо подапаться, конечно, немного подапаться. То, что я Бесса запал, который у меня на скамейке будет стоять, это не круто. Блин, нихера не апнул, все по два. Два Сларка, два Вайпера, две ТАшки, два Морфа. Все по два. Опа, Хантер какой-то, бля, на него. Но я не справлюсь, я сейчас ни с кем не справлюсь, походу, я очень слабый. Сейчас слабый очень. О, 11 урона. Больно, больно. Очень больно. Очень больно. Очень больно. Ну ладно, ничего страшного, ничего страшного. Блять, даже здесь советчики, ебаный рот. Пойду, пойду, ребят, пойду в левел, обязательно. Сейчас кого-то апну и пойду сразу. Я вообще думал сейчас залынить, апнуть левел и... еще подапать юнитов каких-то, каких получится. Бля, очень нужно. А Вупик еще на скамейке. Надо Вупика выставлять на next round. Ну, Ташку запал. Ташку запал. Волков призвал. Кстати, он что-то быстро вызвал их как-то. Почти без анимации. 18 голды осталось. Это не круто. У меня по-прежнему много, много юнитов по 2. Очень много. Ташка там солит, пиздец. Но нет, не высолила. Не справилась. Го еще поищем немного. Вупик не нужен уже. Вупа запой, Сларк запой. Все, хватит. Хватит. Так, у меня их сколько на столе получается? 3, 4, 5, 6. Все, 6. И 2 БСа. Че, нам нужен 9 теперь? А у меня все ассасины есть, да? Да, у меня 9 ассасинов. Мне нужен 9 левел просто. БМ отдай. Ну давайте отдадим это потом. А я пока не могу. Не, отдал. Отдал. Даже в бою можно. Не, во второго БС не хочу сувать, потому что я его уберу, скорее всего. Ну, возможно. Кстати, неизвестно, как это... А давайте засунем в 2, и если апнется, посмотрим, что будет.
Так, на левел, получается, нужно 70 голды, ребят, на 9. Немножко голды нужно на левел. Копим. Ничего не нужно, сидим, чилим. Можно другие столы покликать, посмотреть. Что у топ-1, допустим, у Dead Inside. У него первые ханты. Ну, один первый. Ебать, у него голды, конечно. Инкамит, инкамит. Не, ну мне надо было апгрейды искать. Буидов собирает. Кажется, он тоже нихуя не понимает, что там происходит. Так, ладно, смотрим на наш файт. Там дракон Т2. Чё-то дракон пропал. Не ощутил дракона. Не, ассасины нормально жарят. Нормально жарят. Так, а я у кого был, получается? Не, шмотки нельзя из юнитов выкладывать, я же пытался. Ну, только продавать надо. Их нельзя выкладывать. А, или может, стоп. Реально можно? Да, можно выкладывать. О, можно выкладывать. Шмоточки можно выкладывать, оказывается. Просто вот здесь перетягивайте, куда хотите. Но я ташку отдам этот. Скади. Ташку надо Скади отдать. А, я вообще Скади вытащил, кстати. Так, а я могу просто достать его? Так. Попальный предмет взяли. Первородного. А, это мне надо было первородного, да, иметь? Это же какая-то раса, типа. Что-то я хуйню взял, походу, или что? Что это значит? Да, морф первородный, точно. А есть еще какие-то у меня первородные? Надо морфа выставить. Надо и шмотки раздать сейчас в следующем раунде. Так, что-то меня разъебало. Больно, больно. Нужен девятый. Нужен девятый. Так, давайте Скади сюда. Морф идет гулять. У нас есть еще БМ, но его здесь особо-то и некому пихать. Ну давайте Сларку. Сларк тут тройку стоит, кстати, как старый. И Блинк можно достать. Блинк не особо нужен. Просто по фану его взял. Бэсэдж. Возьмем, возьмем. Это не итем, это пассивное, это глобальный предмет. То есть это его нельзя отдать морфу. Он просто глобальный. Он не итем. Или что? Что значит обилку ему дать? Там глобальный предмет, ребят. Вон, у меня единичка только свободная, блин. О, волшебник. Вы посмотрите, грязный волшебник. А че он так хилится? Там же нет этих варлоков. С двумя тени, ну типичный, короче. Задушил. И здесь волшебники. Душат. Что за билка у Сларка? Кража сущности, статы ворует, походу. Перезарядка 12. Стоп, нет, не 12, 10. На втором. Так, получается, что...
две волны, потом мобы будут. После моба, в принципе, можно левел запад 9 убийц поставить и нормально. СПС еще третий запад, если будет сказочно. Будет реально сказочно. БС с двумя этими, ну, хорошо, хорошо, сейчас сделаем. Чтобы ради теста. Когда он апнется, что будет. Да, скорее всего, один итем выпадет просто, ну... Просто он будет опять не в ком. Скорее всего, который первый ты засунул, останется, а второй выпадет и все. Я думаю, будет так. Ну, можно блинк отдать ему, окей. Можно блинк ему отдать заранее, чтобы потом не забыть. Пусть, пусть блинкается. Скорее всего, останется Витальти бустер и все. А блинк опять выпадет. Ничего не надо. Корон-то отдать. Не-не, пусть Скади в ней будет. Скади. Тут корона другая, что тут, когда тебя бьют. Корона пусть будет в этой копе. Либо бупика отдать какого-то хз. Да не особо важно. Здесь корона не такая, как в доте. Левел? Не, левел пока не будет. Левел после 25-й. Вот эту волну, потом крипы, и потом уже мы будем что-то думать там с левелами и так далее. С левелами. БС душку устраивает. БС, конечно, вообще жесть. БС мне нравится. Он когда убивает юнита, он хилится сам. Ну вот этого юнита. Короче, крутая штука. Так, мне нужно будет выставить, получается, БХ, СК и фантомку. И убрать одного БС на скамейку. На девятом. СК первый. Мне надо взять этого СК. Ой, бля. Места-то нету. А, Сларка уберу. Но СК надо взять. Все, еще один левел нужен. И все, и все. Сейчас мобы. Нужен один левел, мы ставим СК и БХ, получается. И убираем одного сикера с блинком. Зачем Сларка продал? У меня есть Сларк. У меня второй Сларк на столе. Ребят, все в порядке у вас? Нахера левел, потому что 9 ассасинов. 9 ассасинов. Так, мне еще голду не дали, правильно? Он еще дерутся. Так, Скади. Обыск тел. Один золото имеет шанс получить. А у меня есть задиры-то хоть? Я вообще не знаю, кто это такие, ладно. Ладно, хуй с вами, задиры. Опа! Пошла катка. Пошла котелла, пошла котелла. Нормально. Так. Как мне посмотреть, какие у меня там кто задиры, не задиры? Я не знаю. БХ говорят задиры, но я хз. Победа. И вот интересно, как узнать, к кому я пришел? Вот к этому, что ли? Да, походу, он меня задефал еще, что? Не, непонятно, короче, непонятно. Вон, сейчас будем дальше искать, Скади отдай. А мне Скади дали, что ли? Стоп, я же не Скади выбирал. Ладно, хер с вами, так. Кто хочет Скади? Морф. Морф или, ну да, давайте морфу. Можно еще поролить, доролить, попытаться, хотя, чё? Фантомка осталась и остался сикер. Ну давайте сикера будем ролить. Фантомок и сикера. Пока так оставим. Ташку не будем уже брать. Так, что-то моя ассасина немного пропадает, ребят. Там мина стоит. Бегите, глупцы. Три юнита всего. Там-то три дровка выжила.
Задиры задушили. Задиры задушили. Нормально, нормально. Будем... Блин, дайте БС-а третьего, плиз, пофаниться, реально. По фанчику. Очень хочу БС-а. Фантомка. О, две фантомки. Блин, ну один БС остался уже, это не серьезно. Какие синергии могу закрыть? Я могу эльфа закрыть. Эльфа закрыть могу. Могу дикаря закрыть. Дикарь это норм. Умаров не буду закрывать. Драконов тоже. Наг могу еще закрыть. Кстати, наг нормально. Ну и 60 я имею в виду, запа. Ебать, ёбка произошла. Просто нереально. Просто нереально. Как трек называется? Tell me why называется трек. Братан, ну название трека этого не знаю. Вот ты даешь, конечно. Старкинсона не будем брать, наверное. Че, будем пытаться собирать их? Ладно, чат, ладно. Блин, но 10-й слишком долго будем идти. Слишком долго. И закрывать какую-то бесполезную синергию. Могу еще морфа взять. Пуч. Да, пуч есть. Бессердечный. А есть кто-то у меня из убийц бессердечный? Не, у меня все сердечные. Так бы пуджа, конечно, запихали. Запихали пуджа. Но пока не влазит. Пока не влазит. Блин, что-то меня разъебывает. С пуджом. Не, ну у него пудж, конечно. У него пудж. Задрот, блядь. С пуджом-то каждый может. С пуджом каждый может. Еще одного патч. Причем он патч, а не пудж. Патч. Что за эдолон? Это вот итем, то что у меня есть. Не итем, а эффект вот этот. Это эффектыч. Так, у меня еще 40 хп. Там Dead Inside на своих хантах душит. С дровкой, с башером. Не, ну, конечно, плотно, плотно. Ящеры. Только давайте посмотрим за другими, как они дерутся. Допустим, Dead Inside. Ебать там снайпер, ты что, больной? Это что такое было сейчас? А, у них абилка другая. Быстро стрельнуть 15%. И 25 из 6 хантов. Нормально, нормально. Жестко, жестко, реально жестко. Ханты жестко. Где итемы мои? Игра. Так, радик есть. Есть рефреш. Ну, блин, мне рефреш-то не особо нужен, если честно. Что там происходит? Радик или рефреш, ребят? Что? Я не смог взять? Отдайте. Блядь, мне дали херню какую-то. У меня время закончилось. Мне дали на неуловимых инвиз. Отдайте мой радик. Ну ладно, ничего страшного. В принципе, у меня неуловимый в инвизе. Ну, посмотрим, как это работает. Радик-то мы брали уже. Опа! Красиво. Красота какая. Ёбаный рот. Ля какая красота. Эй! Чё это за мина была? Не, прикольно, прикольно. Прикольно. Блин, на фантом. Кстати. Давайте-ка... С инвизом-то можно и реально запихать. Можно запихать фантомочку, блин. Посмотрим, как это работает. А просто она моментально блинкается. Блинком вроде. Посмотрим. Можно Сарака. А ладно, копим на левел, похуй. Копим на левел, закроем потом эльфов там. Туда-сюда, миссы там и так далее. Ну, либо что-то еще другое закроем. Нах, например, если там магия душить будет. Там не маги душат, там хант душит. Хант пиздец. И он, кстати, по эльфам-то не... у него нет такой пассивки, как в этой. Как в доте.
СК, конечно, задрот. СК задрот. Корабль какой-то квадратный. Тут мы душим. Тут мы душим. Душка нормальная. Левее еще слот есть? Точно? Бля, братан, а что ты раньше-то молчал? Ёбаный рот. Братиш, ты что? Ты где был-то? Ты что, раньше не сказал? Я, если честно, я думал, здесь нет слота. Какие-то доски лежат, думал, там уже все. Край. Ну ничего, что-то новое узнаем. Каждую игру. Нормас. Ну да, вообще логично. То, что здесь столько же клеток, как и в доте. Могли бы и раньше сказать, конечно, ребят. Но это вообще не серьезно. Я ж по советам с чата играю, а чат молчит. Ну та душит, та душит. Ебать, АСК откуда выкопался? Нормально. 40 хп есть у нас? 40 хп есть. Короче, Сарка продаю нахер. Дайте БС, мне еще один пришел Сарк. Мне нужен БС. Мне нужен БС для теста просто. Да, СК, конечно, вообще зверь. СК тупо зверюга. Так, если что, еще продадим какого-нибудь морфа там или БХ, не знаю. И пойдем в левел, получается. Не знаю, можно после мобов, а можно... Кстати, посмотрим сейчас на дракона. Через одну волну. И надо будет найти какую-то нагу. Какую-то... Не нагу, а как она называется? Чешуйчатый челик. Потому что, посмотрите, что со мной маг делает. Нихуя не делает. Не, нихуя не делает. Там-то одушит. Ну, может и не... Не, все, он вылетел. Он вылетел. Ну, чувствую то, что с хантом что-то мне не по шансу будет. Не по шансам. Сейчас мобы. Баунти хантера берем. Баунти хантер. Зверя? Ну, можно и зверя, ребят. Можно и зверя. Да не буду я трета брать пока. Подапали уровень. Не, ну третьих убийц нету. Третьих вряд ли я уже выйду. Только БС может быть. Эх, БСа бы третьего. Да БМчик в него в третьего. О, сильно было бы. ХП у него дохренище, конечно. Или нет. А он вообще дамажит, нет? Он что-то делает, этот дракон? Он какой-то мясной пиздец. Там тайт второй. И две медузы вторых. Жестко. Жестко. А, шаман не надо. Существа дешевле тоже не надо. Короче, вот это возьму, но я не успел прочитать. Что там, Шива, 10 брони. Пускает волну. Не, ну это БС. Не буду ждать. Так, Шиву держи, БС. Второй. Давайте вы... Ролик. Сейчас просто закончится уже играть. Скорее всего, я его не выиграю, к сожалению. У нас. Да, в принципе. Бля, ну БСа очень хочется. БСа очень хочется, БС. БС. Без файт вам. Проебал. Так сказать. Тут не по шансам немного столы. Упс. Упс. Ну дайте БСа посмотреть. Дайте посмотреть. Что прикольно, что здесь можно очень быстро левел запать. Вот это реально удобно. Ну и быстро проролить, левел запать и так далее. БС. И Нико. Сюда. Сюда, блядь. Нашли, нашли БС. Блин, ну поздновато, поздновато, блин. Реально, он так был близок. Так, смотрим на БС, как он сдохнет от Реведжа. Ля на него, ля, что творит. Не, ребят.
Что-то пошло не так немного. Урона нанесено 300 тысяч. Золото заработано.